Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Маракулин. Я практикую инвестиционные направления в интернете. Речь пойдет о таком направлении инвестиционном, как Sincere Systems. Я уже в этом направлении нахожусь около 5 месяцев. То есть я зарегистрировался и инвестировал весной 2020 года, но обзор так и не записал, то есть еще не было там либо времени, либо, в общем, не фокусировался на данном направлении. И буквально вот недавно я просто сделал вывод средств, и вывод средств мне одобрили. То есть $50 я вывел с Sincere Systems и, соответственно, решил записать обзор. Вот. По тому, как я осуществил вывод, сейчас мы перейдем, получается, в кабинет, и я покажу, как произошел вывод. Да? И немножечко скажу о компании, о партнерской программе по данному направлению. Значит, вот мы находимся в кабинете Sincere Systems и в разделе «Финансы». Мы видим, что я выводил, получается, вот $52.47 транзакция, да, то есть вывод мне одобрен, был в процессе и одобрен, да, то есть в течение суток мне вывели. И, соответственно, переходим вот мне вот сюда, значит, поступили средства. Можем на EtherScan посмотреть, да, я на эфир, получается, выводил эфириум. И вот им, да, то есть вот эта сумма пришла мне, получается. И, соответственно, по данному направлению, то есть под моим видео будет ссылка для регистрации, пройдя по которой вы попадаете вот на сайт. Здесь можете ознакомиться с компанией. Вот, то есть, чем занимается. По сути, то есть, у компании или у данного направления, да, есть торговый робот, который осуществляет торговлю. И за счет этого, собственно, идет прибыль. Так. Перейдем в начале, да? Вот, здесь, значит, есть видео, можете посмотреть. Искусственный интеллект, вот здесь вот информация, да, то есть. Значит, средняя доходность по данному направлению 15,65% в месяц. Максимальная здесь вот была 32,25% в месяц. Значит, вот историю можете посмотреть, презентацию можете посмотреть. Да, то есть вот здесь все расписано, компании, чем занимается. То есть, ну, это торговый робот с искусственным интеллектом, да. И инвестиционное предложение. То есть здесь есть пакеты как $100, 500, 1500, 5000, 10000, 25000. И от $50,000. Ну, в месяц, в общем, средняя доходность 15,5%. То есть здесь вот расписано, да, то есть что здесь идет от торговли робота. То есть если вот при первом пакете 50% ваша прибыль, 50 компаний и так далее, да, здесь вот расписано. То есть, ну, то есть в среднем будете получать 15% в месяц по данному направлению. То есть это, грубо говоря, такой низкопроцентник. Вот. Партнерская программа. Здесь она многоуровневая. Вот. И здесь вот написано, то есть в первой линии вы имеете 5%, и далее идет распределение, то есть
по оборотам, да, то есть если у вас есть обороты и там нужен какой-то определенный минимальный депозит, и, соответственно, исходя из этого, у вас уже добавляются проценты. Вот. Здесь вот есть дорожная карта. Создание торгового робота на основании нейронной сети. Запуск закрытого пула второй квартал 2019. Ну и вот там далее, соответственно. Вот. Старт автопрограммы. Вот. Автопрограмма, кстати, уже стартанула. Она вот есть, получается. Вот здесь есть кнопочка, и здесь, соответственно, можете ознакомиться с автопрограммой. Вот. Вообще, собственно, по данному направлению есть вот, есть отчеты, да? То есть можете посмотреть отчеты торговли роботами. Если вот, допустим, YouTube канал, переходите на него. И здесь, соответственно, ну, практически всю информацию можете посмотреть. Здесь презентации и так далее. То есть все нужные видео, по которым вы можете ознакомиться с данным направлением более детально. Вот. Есть, значит, получается чат. Вот, Systems. Как я говорил, я уже около 5 месяцев в нем состою. В шапке, получается, есть вот информация по данному направлению. Видеообзор компании, видеообзор торгового счета, да, то есть компании в целом. ну, Каждый день как она разная, но может осуществляется быть и одинаковая. торговля, то есть и так 17 далее, и тысяч. так далее. Эта сумма не может превышать 10%. Ну, Ну, то есть, краткое резюме по данному направлению, что, то есть, как я вижу данное направление. То есть, данное направление я отношу к разряду низкопроцентников с очень хорошей такой, с очень хорошим наполнением. То есть здесь есть и то есть есть деятельность в виде торговых роботов, которые осуществляют торговлю. Есть отчеты, автопрограмма, вот, и развитие, в принципе, что, то есть, ну, такое, знаете, не такое, чтобы сказать, прям по всем странам СНГ они широко шагают, да, вот, но в каком-то определенном кругу данная тематика развивается стабильно, вот, и я, в принципе, после того, как осуществил вывод, решил записать обзор, да, то есть, повторюсь, под моим видео будет ссылка для регистрации, пройдете регистрацию, и, соответственно, дальше можете инвестировать. Вот. Также будут мои контактные данные, обращайтесь. Я, собственно, как бы дам вам чат, добавитесь. Здесь уже 2300 человек, допустим, в чате, да? Вот. Здесь постоянное общение. Ну и, собственно, обсуждение данного инвестиционного направления. Там кто-то выполняет ранги и так далее. Вот. А пока что все. Всем спасибо за внимание. Присоединяйтесь. Ставьте лайк этому видео. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.